Уважаемый Александр Викторович, дорогие друзья, позвольте приветствовать вас на белорусской земле. Искренне рад сегодня обсудить перспективы укрепления наших отношений торгово-экономических, научных, образовательных, культурных. Я полагал бы, что ключевым аспектом наших торгово-экономических отношений должна стать производственная кооперация. Мы эту тему очень детально обсудили в ходе недавнего моего визита в Приморье, а накануне с президентом России. Как показывает практика, именно кооперативное сотрудничество закладывает мощный базис для долгосрочных отношений и дает хороший интеграционный эффект. При открытии совместных производств, к примеру, мы нацелены на увеличение степени локализации, что гарантированно обеспечит создание новых рабочих мест в регионе. Ну, естественно, той продукции, которая региону, а может быть и России в целом нужна, а может и в третьи страны мы смогли бы продавать. Очевидно, что одной из ведущих тем является сотрудничество строительной сферы. Как могут работать белорусские строители, вам известно, вы уже это увидели. Должен сказать, что все научились сегодня работать в строительстве, хорошо работают, но по цене и качеству, наверное, белорусам равных нет. И я уже последнее время, дай бог не сглазить, замечаю, что и культура строительства уже на соответствующем уровне. Понемножку мы хотим удержать марку белорусских строителей, потому что в советские времена школой строительства в Союзе была Беларусь. Поэтому не мое тут приобретение и министра нынешнего, и правительства, а именно оттуда. И ценность в том, что мы не развалили эту школу, мы ее сохранили. Более того, я все больше убеждаюсь, что это стало возможным, потому что мы не разрушили государственные учреждения строительные. У нас как были тресты, так и остались. Они поднялись на более высокий уровень. Если частная компания имеет такую же базу, она участвует в строительстве, конкурирует и так далее. Мы не ущемляем частника. Вот. Поэтому критикуют нас, что вроде мы тут диктатура, не рыночная экономика. Главное, что есть эффект от этого. Поэтому мы аккуратно работаем. У нас на некоторые виды автомобилей, там, станкостроения и прочее есть огромный спрос. Но раз есть спрос на трактор наш, ну так надо другие предприятия, которые менее задействованы, подключать к выпуску импортозамещения там, и так далее, и так далее. Хотя у нас не стоит так жестоко вопрос по импортозамещению, как в России. Это потому, что слишком надеялись, вот это они высокие, немцы хорошие, американцы тоже, у них все лучше. Так оно в три раза было дороже, а сейчас его нет вообще. Вот к чему привела эта практика ориентации на партнеров. Это такие партнеры, пока на колени не поставят, будут дожимать. Поэтому мы готовы с Россией в любое время, по любым направлениям сегодня сотрудничать. Да, республика по меркам России совсем небольшая, но вопрос ведь не в этом. Я вот в Приморье об этом говорил. Почему мы предлагаем это? Это опять же все нам досталось после распада Советского Союза. Огромные возможности. Ведь мы половину потребляем того, что производим. Так мы же еще не все мощности задействовали. Мы многое можем делать и модернизации транспортной инфраструктуры. Холдинг «Белавтодор» успешно выполняет заказы во всех практически странах СНГ. Мы предлагаем комплексный подход при ремонте, реконструкции дорог, мостов, путепроводов. Поставки готовы, вот пассажирская, коммунальная, сельскохозяйственная техника. Она будет вам нужна. Для нас это выгодно, мы готовы выполнить ваши заказы. Кроме поставок традиционно продовольствия, спрос есть на него в ваших регионах. Мы готовы поделиться технологиями. Жилищно-коммунальное хозяйство – это и водоочистка, и водоотведение,
Тоже мы много занимаемся сейчас этим, от канализации до лифтов. Если наш опыт вам пригодится, пожалуйста, изучайте, мы готовы подключаться. Знаю, что вы побывали на некоторых предприятиях и сегодня будете их смотреть. Пусть специалисты ваши остаются, посмотрят на наши возможности. Вижу со стороны регионалов губернатору России очень большой интерес. И благодарю вот в вашем лице сегодня очередной раз всех губернаторов. Благодаря вам мы имеем практически вот такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные независимые государства Беларусь и Россия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза. Уважаемый Максим Георгиевич, большое спасибо за приглашение, за теплый прием. Для нас большая честь встретиться с президентом Республики Беларусь. И хочу поблагодарить наших коллег. Они такую очень насыщенную рабочую программу для нас сделали, но она и очень интересная. Мы с большим вниманием относимся при посещении предприятий к контактам, которые осуществляем. Вы правы, мы вчера уже пообщались с руководителями предприятий на МАЗе, на Белкоммунмаше. Есть взаимный интерес, и у нас есть своя стратегия развития транспортной инфраструктуры в области. И, конечно, вот та продукция, которая производится на этих предприятиях, она вписывается в те задачи, которые мы хотим решить. Я думаю, что мы придем к тому, что мы заключим договоры и будем покупать. Это касается, прежде всего, электротранспорта, как основы пассажирского транспорта для города Воронежа. Вчера мы посетили Республиканский онкологический центр. Мы сейчас тоже строим у себя такую комплексную систему оказания помощи онкобольным. Большой объект, хирургический корпус у нас строится. Приступим скоро к строительству терапевтического корпуса, радиотерапевтического. И, конечно, вот тот опыт, который сейчас накоплен в центре здесь, в Минске, он для нас крайне актуален. Мы договорились, что наши коллеги большой группой, медики приедут, пообщаются, что-то перемут, но в том числе мы вчера и подсмотрели, что можно было бы закупать оборудование, которое производится на территории Беларуси. Оно качественное, оно соответствует тем ожиданиям, требованиям, которые у нашего медицинского сообщества есть, и уверен, что это тоже такое направление нашего сотрудничества. Провели переговоры в торгово-промышленной палате. С нами большая группа руководителей крупных предприятий приехали. Они здесь с коллегами общаются. Я думаю, что это тоже будет такой хороший эффект. У нас, в принципе, такой товарооборот достаточно динамично развивается, торгово-экономическое наше сотрудничество. В прошлом году мы почти 30% добавили, но конечно, я не думаю, что нас должна устраивать абсолютная величина. Мы около 300 миллионов долларов пока взаимных услуг и товаров друг другу продаем и оказываем. Рассчитываем, что торгово-экономический оборот будет, безусловно, расти. В этом году мы смотрели и думали, что так планировали до 10%, но с учетом вот обстоятельств санкционных, которые возникли, я думаю, что у нас гораздо более серьезные есть возможности и перспективы.